Я снова всех приветствую из Одессы. Сегодня 11 сентября 2024 года. В 14.27 у нас в Одессе снова объявили воздушную тревогу. И была информация о том, что был выход баллистик из Крыма. Вот почему была? Потому что уже время 14.31. Вот в нашем регионе, в нашей области все тихо. Взрывов никаких в городе не звучало. За область тоже вроде бы никто ничего не сообщал. Вот. Это уже вторая воздушная тревога за сегодняшний день. Давненько у нас такого не было, чтобы ночью, вернее, днем были тревоги. Это как-то неспокойно. Поэтому всех призываю обязательно на тревогу реагировать, потому что в любой момент удар может быть нанесен как по Одессе, так и по Одесской области. Я на связи. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.